Ты молодожен, молодожен, а смелый рай и без гаража. Ничего у тебя не получится, малышка. Да, почему? Да, я лягу поперек гаража. Не переедешь же ты через родного папу. Детство этого человека прошло за театральными кулисами. Однако он не собирался становиться актером. Леонид Марков мечтал о карьере художника и все же отдал предпочтение сцене, о чем впоследствии ни разу не пожалел. Однако если в театре его карьера складывалась блестящей, то в кино, несмотря на съемки более чем в 70 фильмах, той самой главной роли, ради которой стоило идти в профессию, этот актер так и не сыграл. Леонид Марков родился в небольшом казахском селе 13 декабря 1927 года. Отец был актером, а мать – театральным гримером. Все детство мальчика и его младшей сестры Риммы прошло в разъездах, так как родители постоянно гастролировали. Служили они в Саратовском драмтеатре имени Карла Маркса, где Леонид Марков впервые вышел на сцену. Детей актеров было принято задействовать в спектаклях для самых маленьких. В отличие от сестры, которая боготворила театр, Леонид не испытывал священного трепета перед этим искусством. Свои роли он исполнял прилежно, но без энтузиазма. Его актерский талант раскрылся гораздо позже, когда сестра уговорила его после школы поступать в студию при Волгоградском драматическом театре. Через год занятий педагог сказала, что дала им все, что могла, и отвезла будущих актеров в Москву, где они были приняты в студию при театре Линкома. Римма Маркова вспоминала, что это были тяжелые послевоенные времена, когда жить было негде и есть нечего. Ребята ночевали в подсобке театра, и их подкармливали актеры. Лишь в 1950 году они были зачислены в труппу и получили общежитие. Леонид Марков служил во многих столичных театрах и вскоре стал знаменитостью. Статному блондину с гипнотическим взглядом доверяли самые интересные яркие роли. В 1955 году его пригласили сняться в эпизоде фильма «Мать», после чего актер стал частым гостем на съемочной площадке. Предложения следовали одно за другим, и сегодня зрители помнят этого актера по великолепной игре в фильмах «Сильные духом», «Русское поле», «Время выбрало нас», «Остров сокровищ» и «Анна Павлова». Несколько раз он пробовался на главные роли в фильмах известных советских режиссеров, но в итоге их отдавали другим. Его сестра отмечала в своих воспоминаниях, что этот сильный и красивый с виду человек в душе был настоящим ребенком. Он не мог отстаивать свои интересы, плести интриги и бороться за место под солнцем. Поэтому его часто задвигали на второй план, более расторопные и прагматичные коллеги. Леонид Марков был влюбчивым человеком, и о его романах ходили легенды. Обладая великолепной внешностью, он считался настоящим сердцеедом и никогда не был обделен женским вниманием. Только в официальный брак актер вступал 4 раза. 3 первых союза быстро распались, так как избранницы Леонида Маркова не желали делить мужа с другими женщинами. 4-й брак оказался счастливым и продлился 2 десятка лет, до самых последних дней актера. Его последняя супруга Елена говорила, что ее не беспокоит то внимание, которое оказывают Маркову поклонницы. Гораздо важнее было то, что муж ее по-настоящему любит и ценит. Правда, женщина сожалела, что так и не смогла подарить супругу детей. Леонид Марков отличался крепким здоровьем и физической силой. Однако в конце 1990 года у него неожиданно обнаружили рак желудка на последней стадии, когда любая терапия была уже бесполезной. 2 марта 1991 года народного артиста Советского Союза Леонида Васильевича Маркова не стало. Талантливому актеру было всего лишь 63 года. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.